Нажимаю еще раз, еще раз. Вот. Еще нажимай. Дим, нажимай. Какая? Ай, какая. Ай, тихо, тихо, текет. Ба, с него вода стекает еще. Офигеть. Ух, вот это куча. Запах какой-то прям. Ну чё он? Чё? Ну дай. Наклонять его не надо было. Ну дай. Ну дай что ли? Дай. Во. Раз через раз. А там полно еще у нас есть. Раз через раз он, короче, включается. Наклонять нельзя, все вытекает сразу через него. Слышал, как они лопаются. Чистый? Ага, сейчас пол особенно чистый. Ты какая вкусняшка у меня, Дим. Особенный? Особенный. Ну. То есть тебе в лоб как полетит? Кто? Давай, еще нажимай. Ну вот. А как? Ну так. Эх, и лужа. А как? Ну давай, 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 включай его. Сейчас она парень побежит. А как? Во, пошло, видишь. Так, смотрим сок. Такой вот сок. Кстати, стоил он 70 рублей, где-то 69 с чем-то там. Очень дешево. Я сначала думала, что это добрый, а оказывается нет. Так, что здесь состав? Апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности, кислота лимонная, вода. Слава богу. А то я сейчас потом уже подумала, что может быть там е-добавки. Ой, чуть не уронила. Е-добавки какие-нибудь. Тут что-то тоже написано. 95, даже не литр, оказывается. Оказывается, даже не литр. Есть. Нельзя пить. О, открытый. Нельзя пить. Сразу он открывается, что ли? Нельзя пить. Мама, нельзя пить. Ну, я тебя оставлю, не переживай.
Еще чуть-чуть тебе яда, еще чуть-чуть. Хочешь попробовать? Хочешь? Вот такой сок. По всей видимости, он без мякоти. Так он больше, знаете, похож, как будто апельсин сложили в воду, подержали, наверное, ну, на вид. Не знаю, может, там, конечно, мякоть потом будет. И вот такие вот у нас прянички с мятой. С мятой пряники очень люблю. А Дима у нас ест кашу. Пока он ест, я попробую. Ну, нельзя. Да, по вкусу похож больше апельсин с водой, как будто. Но сладкий такой, ароматный. Хотя мякоть, честно говоря, я не очень люблю, поэтому, в принципе, для меня сок такой нормальный. Я полы там помыл, я вчера. Пистолетом. А, пистолетом. Ешь давай. Ням-ням, кушай. Пряники. Ароматные, мягкие, круглые. Мне дай. Ну, ты даешь кашу, я тебе дам. Давай обследуй дай. Ну, мне дай. Ну, вот твой пряник лежит. Ой, со стартом, конечно. Состав большеван. Вкусный, кстати, он прям мятый так отдает. Ароматный очень. Быстрее ешь. Тебе пряник ждет, вон какой классный. Ешь скорее. Ешь. Где твой кубчик-то? До соседей. Ну, какой? 100 рублей целых стоит. Ну, кто-то играет там. Какие у него ножки сладенькие. Зайчик. Такой. Носочки. О, с дыркой. Блин, я не посмотрела даже. Как так? Они висели, я даже не посмотрела, что там дырка есть. Блин, придется зашивать. С дыркой попались. О, целый палец. Потому что вот так, потому что носили дырку. Так они новые. Этот вот нормальный. Надо посмотреть все. Как так они могли с дыркой быть? А? Можно мне сменять? Можно сменять? Сминай. Я же тебе говорю, сминай. Вообще обалдеть. Я посадила там, я это, посадила. Кстати, жесткий прям вот он. Жесткий, а вот этот вот помягче. А это вот какие? Кстати, еще был, по-моему, вот этот я видела. Этот был, а я хотела вот этого вот. Его не было. Вот Димин. А, Дима мне вот такой предлагал. Да? Ты мне такой фиолетовый? Я помню, что фиолетовый ты мне предлагал купить. Я не стала брать. Тут я думала, прям ярко-оранжевый. Вот был. Усики я видела, торчал. Или этот, по-моему, вот этот был. Может, и этот тоже. Ну, 100 рублей, конечно, это многовато. Но с ним прям играет, маленький, носится с ним везде аккуратно. Полы стали, кстати, скользкие после этих пузырей. Да? Да. Что, ударился, что ли? Да, коленкой. Ну, так ты носишься. Может, носиться перестанешь. Ты с упаковками играешь? Какой ты сильный. Сыночка. Что-то такое лицо у тебя. Оторви. Ну все, больше не рви.